Дуэт называется «Юные дарования». Этот дуэт неоднократный победитель конкурса молодых исполнителей. Последний раз, правда, в 1938 году. Но тем не менее. I'm going to translate into normal language. Yeah. The previous translators were much better in Russian than I'm in English. Сунь в рот. Ladies and gentlemen, it has already become a fashionable tradition in the greater Washington area to invite the very popular duo Gifted Youths. We would like to remind you that this duet is a multi-winner of the Young Talent competitions. Only the last one happened in 1968, and then the undeserving, I have to say that I remember that as it was yesterday, undeserving third place in 2007. Without further ado, we present you yet another a cappella masterpiece. Прошу вас, маэстро. The children were prepared much better than we are. The kids, I would say. The kids. Однажды Женя, очень кстати, придя в бассейн, не похудеть, с морковью принесла салатик, чтобы людей всех угостить. Салат тот был почти шедевром, в нем был полезный очень фрукт. Но мы напрасно рвали нервы, все кости съел за 5 минут. Как вам не скажу за всю беседу, там поесть найдется что-нибудь. Но салат с морковкою от Жени возбуждает и волнует грудь. Но салат с морковкою от Жени возбуждает и волнует грудь. Красотка была как-то в мае, спустившись с трапа в США, решила, меня все узнают, и я останусь навсегда. В Москве на кухне на совете приказ летел с горячих губ. Сказала Женя, все, мы едем, играть там буду в ромбикью. Посмотрите правила в Ютубе, настройте все компьютеры ООН. Но не победить вам в ромбикьюбе, в нем Женя постоянный чемпион. Но не победить вам в ромбикьюбе, в нем Женя постоянный чемпион. Если ты сидишь в Фейсбуке или WhatsApp свой заимел, ты попадешься к Жене в руки и поменяешь свой имейл. И пусть случаются издержки, то звук пропал, то черный скрин. Есть круглосуточная поддержка. Терпи, Димон, на то ты сын.
Я вам не скажу за все процессы и зачем москвитер прикупил, но на освоение прогресса наша Женя не желает сил. Но на освоение прогресса наша Женя не желает сил. Виски покрылись чем-то белым, очки в оправе на носу, но щелкает кроссворды смело, почти как Дима колбасу. И если кто себе позволит на связь не выйти 5 минут, он будет найден по тревоге, хоть будь ты дочь, хоть будь ты внук. Я вам не скажу за всю мешпуху, хоть она не очень велика, но Женя абсолютно без сомнения выполняет роль не пахана. Но Женя абсолютно без сомнения выполняет роль не пахана.